комплексные НПК-удобрения «Аврора» от «Еврохим». Узнай подробности по телефону 918-556-84-99 и на сайте. Здравствуйте, это новости на Дону, в студии Мария Филинкова. Поддержать регион в выздоровлении Дона и Цимлы попросил сегодня губернатор главу Росрыболовства. Проблемы обсуждались на встрече Василия Голубева и Ильи Шестакова в Ростове. Подключиться к ее решению поручил правительству страны Владимир Путин после обращения губернатора в августе. По словам Василия Голубева, работа по сохранению и развитию Донского бассейна требует комплексного системного подхода, а главное – совместных усилий. Ведь от поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона зависит водоснабжение миллионов людей, работа предприятий, сохранение водных биоресурсов, рыболовство и судоходство. Глава Росрыболовства согласился, эта тема актуальна для всех 15 регионов, через которые протекает Дон, и пообещал, после научных исследований и выработки обоснования, агентство будет содействовать включению в федеральные программы проектов развития Цимлянского водохранилища, Дона и всего Донского бассейна. 4 случая бешенства выявлено в Ростовской области в этом году, что в 8,5 раз меньше, чем 3 годами ранее. Добиться таких результатов удалось благодаря ежегодной вакцинации диких животных. За процессом наша съемочная группа наблюдала в Александровском лесу Азовского района. Дикому зверю прививку не сделаешь. Так вакцинируют лесных хищников с помощью приманки. Брикет сделан из говяжьего жира, рыбной муки, а внутри спрятана капсула с живой вакциной. Ветврач и егерь раскладывают лакомство в местах прохода и обитания волков, шакалов, лис и барсуков. Время сейчас самое благоприятное. Тепло, сухо, а главное, молодняк уже подрос. Мимо животные, как правило, не проходят. Через месяц управление лесхозом егеря делают контрольный отстрел диких плотоядных. Берется патматериал и направляется в лабораторию для подтверждения появления иммунитета у животных, которые съели эту вакцину. Такая профилактика дает результаты. Так, 3 года назад в регионе было выявлено 34 случая бешенства хищников. В прошлом году 8. В этом году по состоянию на сентябрь всего 4. В охотхозяйствах напоминают, всех добытых плотоядных животных необходимо исследовать. По добыче шакала, волка и лисы мы обязательно берем анализы, отправляем на бешенство в ветстанцию, в лабораторию для исследования. Такого у нас пока на участке не происходило. Весной этого года было разложено больше 950 тысяч доз вакцины. В осеннюю кампанию будет разложено еще 1 200 000 доз. Особое внимание территориям, граничащим с Украиной, а также районам, где выявлены случаи бешенства. Кстати, проводят иммунизацию и домашних животных. Ему уже 7 лет, делают это ежегодно. Ну, в целях своей же безопасности, потому что контактируют же, гуляем с разными животными. Поэтому обязательно нужно делать, прививаться. Вакцинация проводится бесплатно, поэтому убедительная просьба ко всем хозяевам питомцев домашних – прививать, приводите к нам в государственную лечебницу, будем прививать. Бешенством могут заболеть и люди. Вирус передается через укусы, царапины и даже слюну. Лекарства до сих пор нет. И единственный способ защиты – своевременная вакцинация. Елена Доронина, Руслан Хамчиев, Азовский район. Собачьему патрулю 2 года. Эта автономная некоммерческая организация работает с бездомными животными. Участники проекта уже стерилизовали больше 4200 уличных собак, и каждый 10-й из них нашли дом. Один из фантастических переездов, например, из Кумжинской рощи в Германию. Сколько бездомных собак в Ростове, сосчитать сложно, но точно больше 5000. Таковы данные проекта «Собачий патруль». 2 года назад неравнодушные ростовчане пришли к выводу, что приюты проблему бездомности не решают. И единственный способ защитить и животных, и горожан – массовая стерилизация собак. Те, кто побывал на операционном столе патруля, помечают ушной биркой. Но некоторых собак вернуть на улицу невозможно, но либо потому, что место, в котором... Либо потому что место было слишком опасное, в котором они обитали, либо потому что они не приспособлены к жизни, либо потому что, например, как Ульяна, ей морду кто-то разрубил топором, и в общем, ей требовалась какая-то помощь. Бездомных собак регулярно приводят волонтеры. Ежемесячно в центре стерилизуют пару сотен собак, и денег за это ни с кого не берут. Доставляя сюда собак, мы помогаем избавить от сумасшедшего количества
животных, которые страдают от машин, от людей. То есть сокращение популяции – это большая помощь животным. За 2 года собачий патруль стерилизовал почти 4200 собак. И каждая десятая из них обрела дом, в том числе за границей. Одна собачка была сбита в Кумжинской роще. Вот, лежала на обочине. Я ехала как раз со своей мамой, забрала эту собаку. Она у меня полгода жила в гараже, а потом ее забрали в Германию, во Франкфурт, второй собачкой. Ее здесь кастрировали, мы сделали ей операцию и потом нашли семью. Лекарства, корм, врачи – на все нужны деньги. Источники финансирования центра сегодня – фонд президентских грантов, спонсоры и пожертвования. Помогаю материально, поддерживаю и выделила там и помещение, отремонтировала его землю, то есть продолжаю спонсировать. Мой вклад хоть и значительный, но все-таки я считаю меньше, чем вклад этих людей, которые здесь вот просто занимаются этим уже давно, изо дня в день. Чтобы полностью решить проблему бездомных животных, необходимо стерилизовать больше 80% беспризорных собак. И собачий патруль намерен этой цели добиться. Елена Доронина, Руслан Хамчиев, Ростов-на-Дону. Каким мог бы быть Ростов, но никогда уже не будет, решила узнать ростовский архитектор и художник Алена Барабаш. Из сотен фотографий она смонтировала фотопанораму сегодняшнего исторического центра города. А для сравнения нарисовала графическую реконструкцию. Выставку можно увидеть в Зимнем саду Донской публичной библиотеки. Было, стало, и таких разрушительных изменений, как с особняком Генриха Трестера, на улице Серафимовича целый квартал. Этот жилой дом начала 20 века Алена Барабаш выполнила отдельной фотопанорамой. Во-первых, потому что красивый, с необычным декором в виде венков, гирлянд, солярными знаками-оберегами. Во-вторых, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Правда, давно признан аварийным. Он в крайне разрушенном состоянии. Я даже не могу сказать, возможно ли его теперь отремонтировать. У него сгорела крыша, у него утрачены детали, но он очень красивый. Это ростовский классический модерн, купеческий. Участок Серафимовича от Газетного до Ворошиловского еще в 80-е годы выглядел вот так. Типичный для города особняки со дворами внутри. Такие, как жилой дом известного врача, основателя ростовской водолечебницы Ильи Рындзюна. Здание сохранилось, но в крайне запущенном виде, как и двухэтажный особняк Осмаевой. А вот доходному дому Плешковой не повезло, снесли. Доходный дом Аджемова как будто стоит. Но вообще-то это не тот же самый дом. Тот дом сгорел. На его месте построен новодел. И не один к одному, а надстроенный на 3 этажа, что привело к сильному повышению его и тому, что он выбивается из уровня квартальной застройки. Неуместен, уверен архитектор, среди малоэтажных построек в этой части Серафимовича и возведенный в 2005-м бизнес-центр «Купеческий двор» с башнями-близнецами. Их внушительный размер ощущаешь даже на фотопанораме. В этом-то и цель выставки – показать, как точечная застройка разрушает архитектурный ансамбль исторического центра. Используя старые фотографии и материалы из городского архива и общества защиты памятников архитектуры, Алена собирала экспозицию больше 2 лет. Выполнила по каждому из участков 2 работы. Прежде всего, фотопанораму, которую я собрала из множества, больше 100 фотографий по каждому кварталу. Их приходилось выравнивать в графических программах, монтировать и соединять в единое полотно. А застройку в том же масштабе я нарисовала вручную. Детали некоторых зданий на графических рисунках художница восстановила по фотографиям с пожаров. Например, безымянный доходный дом на Темирницкой. Уже 10 лет он разрушается до дыр. А несколько домов вообще нарисованы условно, по аналогии с окружающими, потому что никакой информации о них не сохранилось. Возможно, говорит Алена, такие неприглядные виды сегодняшнего центра заставят задуматься, каким мог бы быть Ростов, но уже никогда не будет. Юлия Сурикова, Владимир Трофимович, Ростов-на-Дону. Фитодизайнер из Батайска в конкурсах красоты никогда не участвовала и, в принципе, не собиралась. Но где-то в глубине души хотела и в качестве работы над собой желание исполнила. Как результат, одна из диадем победительницы и новая мечта – продолжить восхождение к титулу первой красавицы Земли.
Если бы еще год назад Юлии Лопаткиной сказали, что она будет участвовать в конкурсе красоты, она бы долго смеялась. Девушка спокойно работала в семейном садовом центре, ухаживала за растениями и о карьере профессиональной красавицы даже не думала. Но все изменилось буквально в один момент. Юлия приняла участие в специальном мотивирующем проекте, где ее убедили показать себя в конкурсе «Мисс и миссис Земля». В первую очередь меня привлекло в названии слово «Земля». Я подумала, что, наверное, здесь есть какой-то экологический аспект, что-то связано с нашей планетой, с тем, чтобы сохранять ее зеленой, красивой, да, вот восстанавливать природу. Думаю, это же как раз связано с моей деятельностью. На конкурс в Москву Юлия отправилась, не особенно зная, чего ждать от ближайших дней. В отличие от остальных девушек, большинство из которых участвовали в подобных мероприятиях множество раз. Но вопреки ожиданиям, партнерши помогали ростовчанке всем, чем могли. Очень так радушно, такая теплая атмосфера. Хотя мне всегда казалось, что на конкурсах красоты есть такая немножко атмосфера соперничества и зависти, наверное, да, что-то такое. Претенденток на титул ждали несколько конкурсов. Естественно, нужно было пройтись по подиуму в разных нарядах, поучаствовать в видео и фотосессиях, а еще представить себя в специальной визитке. И тут наша героиня тоже отличалась от всех. Я понимала, что будет много танцев, будут песни, возможно, там какой-то показ будет. Но я думаю, прочитаю-ка я стихи. Я подбирала стихи, выбрала такое произведение, называется «Все важные фразы должны быть тихими». Эти тихие фразы члены жюри, тем не менее, расслышали очень хорошо. Юлия Лопаткина получила за свою отличную физическую форму и активность звание «Мисс Земля 2020» в номинации «Спорт». И на этом батайчанка останавливаться не собирается. Уже готовится к конкурсу следующего года, чтобы привести на Дон теперь уже главный титул. Иван Полехин, Юрий Лешко, Батайск. В донскую команду приходит еще одна титулованная белоруска. Третьим линейным в гандбольном Ростов-Доне станет Анастасия Лобач. Азы гандбола минчанка постигала на родине, затем переехала на Украину. Ростовские любители гандбола могут помнить Настю по выступлениям за «Звезду» из Звенигорода и румынский «Бухарест». В составе последнего линейная дважды выигрывала чемпионаты Кубок Румынии. И случилось это под руководством Пера Юхансена. С новым главным тренером нашего клуба Лобач также дважды становилась бронзовым призером Лиги чемпионов в 17 и 18 годах, забивая в том числе в ростовские ворота, которые в данном эпизоде защищала Катрин Лунде. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.00. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Комплексные НПК-удобрения «Аврора» от «Еврохим». Узнай подробности по телефону 918-556-84-99 и на сайте.